Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала «Рецепты от Дарики». До Нового года осталось меньше месяца, и согласно этикету, на праздничном столе должны быть закуски двух видов – холодные и горячие. Сегодня покажу вам оригинальную и вкусную закуску, которую можно подавать как в холодном виде, так и горячем. Готовить мы сегодня будем крастини с баклажаном, креветками и чесноком, и для ее приготовления нам понадобится. Немного смазываем оливковым маслом кусочки хлеба с обеих сторон и отправляем их на сухую сковородку обжариваться с двух сторон до красивой румяной корочки. Баклажаны нарезаем мелким кубиком и отправляем на сковородку обжариваться на небольшом количестве оливкового масла до готовности. Пока готовятся баклажаны, мы освободим креветки от панциря. Почищенные креветки на мелкой терке натрем 3 зубчика чеснока, добавим паприку, хмели-сунели, соль, перец и сок лимона. Сок лимона добавляется по вкусу. Я выдавила примерно 1,5 столовых ложки. Далее креветки со специями хорошо перемешиваем и доводим до готовности на небольшом количестве оливкового масла. Пока готовятся креветки, мы в отдельную тарелку мелким кубиком порежем помидор и сюда же крупно порубим зелень. Сюда же отправляем подготовленные баклажаны и креветки. По вкусу добавляем сок лимона, чуть-чуть соли с перцем и оливкового масла. Все хорошо перемешиваем и ложкой выкладываем полученную смесь на красивые румяные и хрустящие кусочки хлеба. Вот такая интересная закуска крастини с баклажаном, креветками и чесноком у нас сегодня с вами получилась. Хрустящий хлеб с сочной начинкой – просто находка для любого праздничного стола. Если вам понравился этот рецепт, то пробуйте приготовить его сами. А еще, конечно, не забывайте подписываться на мой канал, группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем очень рада, спасибо за внимание. До новых встреч, друзья!